Всем здравствуйте! Сегодня кручу фаршик. Два вида мяса, индюшинная и свининка. Вот, видите, какие кусочки идеальные. Вот столько я уже накрутила. Заготовочки на зиму. Таз фарша. Не знаю, килограмм, наверное, 15. Такая красота. Вот, не зря держала индюков. Тут получился грудка одного индюка целиковая. И пол грудки второго индюка. Свинины купила сегодня килограмма 3. Ну, сало со свининой. Вот. Таз. Большой таз. Сейчас посмотрю, сколько пакетов получится примерно. По весу скажу, сколько фаршу получилось. Говядину добавлять не стала. Потому что говядина у нас от 550 рублей и выше. Даже на косточке. Поэтому купили только свинину. Свинина у нас... Получается, я взяла лопатку сегодня по 350 рублей за килограмм. А индюшатина своя, я не знаю, сколько она стоит в магазинах. Говорят, что от 500 рублей и выше, а филе, наверное, и того дороже. Так, ну вот, я закончила. Получилось у меня 8 пакетов. Но пакеты килограмма по полтора, наверное, где-то. Тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7-8. Ну вот. Это фаршу получилось. Сколько? Примерно так. Весов нету здесь. Никак не взвешать. Ну, килограмм, наверное, 10. Если по полтора. 3, 6. 3, 6. 3, 6. 12. Ну, килограмм 10 фаршу вообще. Вот. Все. Будем делать пельмешки, котлетки, вкусняшки. Так что ставьте лайки, делитесь добрыми комментариями. Вот такие вот дела. Всем пока-пока-пока.